Тест складного ножа Енот из стали номер один в мире. Сталь S390. Твердость 70 единиц. Покажу вам твердость на бутылке, на стеклянной. Твердость стекла 64 единицы. То есть, если вы возьмете нож с твердостью ниже, царапин не будет оставаться. Посмотрите. Нарезается. Отлично. Сейчас попробуем отрезать горлышко. Твердость всегда показывается обухом, друзья. То есть ни в коем случае не режущей кромкой. Просто идеально грызается. Сталь это сейчас номер один на рынке, на живом. Не имеет аналогов. Проходит полную термообработку. Думаю, наверное, уже достаточно. Попробуем. Момент истины. Идеально просто. Идеальный срез. Также покажу вам рез на резине. Покажу вам, как с такой твердостью будет справляться с резиной. Нож. Посмотрите. Просто практически без надавливания. Грызет просто нереально. Шикарно. И покажу заточку на бумаге. Сейчас протру его. Такой будет рез. Идеальный. 17,5 градусов на сторону. Теперь перейдем к ножу. Плашки стабилизированы карельской березы, выполнены. Механизм лайнер лок стоит. Пенек для открытия одной рукой, большим пальцем. Вот так он закрывается. Сейчас, секунду. Как он закрывается одной рукой, также открывается. Самый надежный долговечный механизм. Друзья, в комплекте идет чехол из натуральной кожи и документ. Нож не является холодным оружием. Для заказа пишите мне WhatsApp, Viber или Direct.